Я полмира почти через лунные бои прошагал и прополз с батальоном. Обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, на полуторке к самому дому. Я стоял и немел, а над крышей дымок поднимался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату. Не припала в слезах на могучую грудь, а руками всплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях, и я вошел в полутемные сени. За чужое за что-то запнулся в сенях, дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом ты на месте моем, неприветливый новый хозяин. И фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому-то и псами облаян. Это значит, когда под огнем я ходил ни минуты не весел, он все вещи в дому переставил моем и по-своему все перевесил. Мы ходили под Богом войны, артиллерии нас накрывала, но смертельная рана нашла со спины и изменою в сердце застряла. И я себя в пояснице согнул, силу воли позвав на подмогу. Извините, товарищи, что заглянул по ошибке к чужому порогу. Дескать, мир да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. На он блины ухом в ответ не повел, вроде так и положено было. Зашатался некрашеный пол, я не хлопнул дверьми, как когда-то. Только окна открылись, когда я ушел, и смотрели мне вслед виновато.